МП представляет мини-фильм «Сумасшедший дед на заброшке». Автор Вадим МП. Представляет. Ир, пиши сюда, на эту заброшку. Капец, как здесь темно. Конечно, мы же ночью, мы же так далеко шли, на эту заброшку аж стемнело. Хорошо, что мы фонарики взяли. Ладно, давайте проверим, что здесь на этой заброшке есть. Давайте. Блин, ребята, может не надо, мне страшно. Ну ты секунду на нас. Ребята, может пойдем? Кто согласен, что мы пошли на заброшку? Я тоже, и я. Я не согласен, я тоже. А я согласен, и поэтому мы все пойдем на заброшку. Ну блин. Ананас, ты можешь идти домой. Вот, реально. Развернешься и пойти домой. Нет, ты почему-то с нами пошел. Потому что я за компанию пошел, конечно. Эх ты. Ну ладно. Ты можешь постоять здесь, а мы проверим на этой заборчике, что здесь есть. Ладно, ребята. Пошлите. Пошлите. Ладно, если что, я буду освещать. Так. Хотя у нас и так все фонарик. Офигеть, конечно, темно, но это нам не мешает, чтобы здесь прогуляться. О, здесь, так, здесь у нас ступеньки, которые ведут на второй этаж. Ладно, я пошел на второй этаж, а вы можете первый исследовать. Так, ладно. Прикольно. О, ладно, так. Арбуз, подожди меня. Так, ладно, пойду, пожалуй, туда. Так, я, пожалуй, сюда пойду. Окей, тыква. Так. Ну, здесь вроде бы ничего такого нет. О, здесь пол проломлен, офигеть. Здесь как будто кого-то кинули, ну, или он на старте так сломался. Ну, ладно. Так, ой, а пойду я в шкафчик. Посмотрю. Здесь шкаф как раз есть. Так, ладно. Так, что там у нас? Что-то капец, как темно. И мне кажется, здесь что-то красное. Стоп, это же кровь. Черт. А, это, может быть, это кетчуп просто? Да блин, так на какой нафиг кетчуп? Если знаю то, что это не кетчуп. Блин, здесь, возможно, кого-то убили. Или я себе накручиваю, но здесь реально кровь. И она свежая, видимо, недавно здесь кого-то убили. Правда, где труп? Он же должен быть здесь, видимо. Блин, а если я скажу, то мне никто не поверит, блин. Ладно, но здесь я себе накручиваю, это просто здесь... краска. Здесь это реально краска, и надеюсь, у меня не шоза. Так, ладно, заходим в шкаф. Так, здесь вроде бы ничего нету. Здесь автомат. И так надо его. Так. Блин, а почему он такой горячий? Видимо, с него недавно стреляли. То, что мне папа говорит, что если оружие теплое, то тогда, значит, с него недавно стреляли. Блин. А то реально здесь кого-то убили. Блин, все-таки он у нас прав. Здесь все-таки страшно быть. Блин, да где там арбуз и тыква? Ладно, я скажу за ними все-таки. Так. Ну, прикольно заброшка. Так, ладно, пойду наверх. Так, арбуз, ты что там делаешь? Почему ты там стоишь просто? Да, здесь просто... Дальше боюсь заходить, а то здесь очень темно, капец. Ну, ты секунду, у тебя же фонарик есть. Все равно боюсь, может быть, кто-то выскочит. Да, наверное, здесь кто-нибудь выскочит. Так, здесь ступеньки. Ладно. Пойду, пожалуй. О! Ладно, ты, ладно, кукуруза, ты туда, иди туда, а я, пожалуй, туда дальше пойду. Окей. Так, ладно.
Здесь у нас кирпичи лежат. Видимо, от старости стенка сломалась. Здесь даже стекло есть. Так. Интересно, оно крепко? Интересно, оно не старое еще? Надо проверить. Опа! Блин, я косой. О, офигеть, она как разбилась, круто. Кто мне помешал своими звуками? Они здесь, видимо, ютишки пришли. Ну ничего, их автопаром, их зарублю всех. Ну ладно, но сначала понять, кто сюда пришел. Так, ладно, пойду, пожалуй. Блин, да кто разбил это стекло долбанное? Кукуруза, ты там? Блин, кукуруза, если ты, то не шуми, а то вдруг кто-нибудь услышит, а потом нас скажут родители. Родителям позвонить, а потом хоп, и потом нас родители наругают. Так что будь тише. Окей, мам. Ну, тупой, конечно, кукуруза. Ну, ладно. Так, ну вроде бы здесь ничего нет, ладно, пойду тут дальше, я тут-таки, хоп. Так, прошел и хоп, здесь фонарик. Так, здесь у нас еще одно целое стекло. Так, ну навряд ли что-нибудь увижу, ну ладно, так, надо посмотреть, что там происходит. Так, ну пора идти этим школьникам. Ха-ха-ха. Так, вот, тихо, надо вырубить фонарь, здесь, кажется, кто-то есть. Ха-ха-ха. Надеюсь, эти школьники не знают, а что здесь я. Стоп, что-то задет. И почему у него топор? Черт, надо точно рассказать всем. А? Ладно, надо разбить это окно. А. А. Так, на. А, ты кто такой? Ха-ха-ха. Все-таки здесь кто-то есть. О, черт, это ж ты кто вообще такой? И почему ты пришел сюда? Я пришел, чтобы вас убить, и поэтому конец. Черт, дел, пошел нафиг. Надо бежать отсюда. Тебе не убежать от меня, поэтому прощай. Ай, черт, у меня... Черт, гол топор. Ха, я же говорю, что вам далеко не убежать. И ты думал, то, что ты сможешь свалить от меня, от деда? Хе-хе. Ну все, прощай. Ха-ха-ха-ха. Это было капец, как легко с ним разобраться. Ну ладно. Кто там у нас следующий? Стоп, что это за звуки? Черт, это арбуз клещит. Стоп, что с арбузом? Надо бежать. Черт, надо срочно в окно. Так. Кукуруза, ты слышал этот звук? Да, конечно, слышу. Как это не слушать? Арбуз орет. Черт, надо срочно помочь арбузу. Согласен. Ананас, бежим срочно на помощь арбузу. Хорошо. Блин, ногу сломал, но ничего. Смогу. Так, что с ним? Да, что с арбузом? Арбуз, ты там поранился? Что с тобой? Ха-ха-ха, еще идиот. Ха-ха-ха, вы думаете, это арбуз? Стоп, ты кто такой? Я убийца, и я вас убью. Черт, увернулся от топора. Я сюда, дурацкий. Черт! Черт, надо бежать. Он промахнулся. Черт, он, видимо, арбуза убил. Но если ты арбуза убил, то тебе конец, дед. Ха-ха-ха. Вы думаете, вы сбежите? Черт, он на нас бежим. Вы не сбежите от деда. От деда на топора.
Мои ноги. А! Кукуруза! Ха-ха-ха, ну все, вам конец. Ведь у меня не только топор. Ведь у меня еще есть вот это. Черт, а! Че, надо бежать? Идите сюда, дурацкие детишки. А! Че, что происходит? Яблоко, беги, на нас напал дед. Какой дед? С топором. Беги. Блин, надо бежать. Какие же они глупые. Ха-ха. Ну что, дед вернулся, и вам всем конец. Ха-ха-ха. Ведь у меня есть ствол. Ха. Черт. А! Ананас, нет. Вам придется умереть. Это ваша судьба. Ха-ха-ха. Ананас, ты ответишь за это. Но для тебя у меня есть особый боеоружие. Вот это. Черт, пощади. Ни за что. Ха-ха-ха. Ну все. Теперь остался лезть только двое. Черт, тыква, ананас, мелон. Нет. Их убили. Надо как-то ему отомстить. Так, надо найти какое-нибудь оружие против него. Так. Так. Вот, надо пролезть. Через эту ступеньку. Так. Опа. Так, интересно. О, точно здесь как. Так, блин, Мелон. Привет, так. Блин, может здесь какой-нибудь ножик, может быть, какой-нибудь пистолет. Так, надо слышать посмотреть. О, это же граната. Так, она мне поможет, возможно. Черт. Там, черт, надо спрятаться в шкафу. Черт, надеюсь, меня никто не найдет. Если что, я сразу достану эту пушь. Автомат, и он, я его сразу выстрелю. О, у этого фонарика еще батарейки разлетелись. А у них-то двое фонариков осталось. Этого фонарика осталось, их двое. И им не выжить. Ха-ха-ха. Черт. Точно, на второй заброшке может быть что-нибудь есть. Так, надо аккуратно спрыгнуть. И хоп, хоп-хоп-хоп. Ай, блин. А, блин. Стоп, я живой. Так, надо срочно бежать на ту заброшку. Так. О, точно, дед же, по-моему, с этой заброшки пришел. И, видимо, у него... И, видимо, на этой заброшке должно быть хотя бы какое-нибудь оружие. Ладно, начну с первого этажа. Ну все, я пошел. Интересно, кто из них живой останется. Хотя я знаю, что с них никто не живой останется. Их здесь ничего нету. Черт, здесь кто-то есть. Черт, надо этот фонарик выкидывать срочно. Черт, а этот автомат здесь не поможет. Здесь как раз фонарик лежит. И интересно, он рабочий. Хотя навряд ли. Так, надо проверить батарейки. Батарейки разрядились. Поэтому он не рабочий. Все, пора убивать. Так, интересно, кто за этой стеной? Кто в шкафу находится? Ну все. На, ха-ха. Так вот, кто у нас здесь находится. Отойди лучше, по-хорошему, а ты начал стрелять. Оу, полегче. Ты убил моих друзей, и поэтому тебе конец. Поэтому получай. Получи то, что заслужил. Ну все, теперь тебе конец. Получай, дурацкий дед. Ладно, пора добивать его. На, получай.
На. Все. Он вроде бы сдох. Ах ты жалкий школьник, думал, ты меня убьешь. Стоп, как ты еще жив? Но все равно тебя автомат возьмет. На. Черт, почему он тебя не берет? Потому что я дед. Психопат, и ты умрешь. Пощади. Никакой пощады. Ха-ха-ха. Ну что, последний остался. Надо бежать, надо бежать. Я надеюсь, должен спастись. У меня граната есть. И надеюсь, я спасусь. Черт, я должен посмотреть в окно. Вдруг он там где-то ходит. Так. Так. Ну, вроде бы его здесь нет. Черт, он там. Думал, ты все-таки сможешь убежать. От деда никто не убегал. Ха-ха-ха. У меня для тебя вот что есть. Так. Получай. Получай от меня подарочек. Черт! Черт, надо бежать! От этой гранаты! Черт! Черт, где мой фонарик? Черт! Черт, мне после этого дроска взрыва руку оторвало. Но я должен дальше сражаться с ним. Тебе меня не победить. Поэтому прощайся с жизнью, дурацкий. Школьник. Твои друзья мертвы. Все до единого. И ты остался один. Зато со мной. Зато у меня есть вот что. И это тебя уничтожит. На. Лови подарок мой теперь. А? Что? Прощай. Я его отвлек только на несколько минут, разве что, ну или секунд. И поэтому мне надо срочно бежать отсюда. Так, надо Так, я раньше был паркуристом, но бросил это, потому что это было опасно. Но теперь я понимаю то, что я должен продолжать свое дело. Так, паркур, хопа. Или простите, ребята, я вас не смог спасти. Ну, надеюсь, я бы сможно. Выживу, а потом за мамой вернусь. Я ему должен этому деду, психопату, отомстить. Потому что он убил моих друзей. И поэтому ему точно конец. Так, еще немного, и я должен уйти отсюда. Он хочет уйти, но не так-то просто уйти от деда. Потому что у меня не только что, кроме этого. Мачете есть еще. Есть еще этот дробовик. Поэтому надо идти срочно за этим. Это яблоко. И поэтому ему точно конец. Есть, вот выход. Еще немного я сбегу. Ты не уйдешь. Поэтому у меня есть вот что. Получай. Черт, он меня ранил. Черт, но я смогу уползти от него. Ну ты реально думал, то, что ты меня победишь? Ты типа сможешь свалить? На самом деле, если что, то деда психопата. Никто не убегал. Поэтому прощай. Как это было легко. Всем здравствуйте, и с вами Мелан Юв. Итак, новость. Это вот огромный, на этих вот двух заброшках раньше они были нормальными, но сейчас с ними что-то произошло. В одной заброшке почему-то была сломана стена, но и также были выбиты несколько окон. Хотя на заброшку давно никто не ходил. И, видимо, кто-то сюда пришел, но когда мы сюда приехали на эту заброшку проверить ее, там было везде много крови. И здесь все. И было почти все сломано.
Но у нас один вопрос. Возможно, на этих заброшках появились маньяки. И, возможно, они охотятся на тех, кто приходит к ним на заброшку. Поэтому будьте аккуратны. Если вы увидите эту заброшку, то сразу бегите. Потому что эта заброшка очень опасна, и вы можете там умереть. Ну ладно, с вами были Мелани, новости, Нюф, ну как хотите называйте. И всем хорошего дня.